Комбинированный ходовой огонь на стойке из нержавейки длиной 30 см. Это быстросъемный вариант, предназначен для использования со специальной розеткой. Розетка приобретается отдельно, ссылку на нее мы оставим в описании. Преимущество быстросъема в том, что огонь можно установить только при необходимости. Он не будет мешать днем и особенно при перевозке лодки под тентом. В данном случае тумблер включения ходовых огней находится непосредственно на плафоне, что еще более упрощает его использование в мобильном варианте. Переключатель трехпозиционный, и сейчас покажем почему. Дело в том, что есть еще один режим подсветки кокпита, то есть просто режим фонарика. В некотором роде это аналог якорного огня для небольших лодок, которым полный комплект навигационных огней разместить негде, да и смысла в том особого нет. Купить можно в магазине «Водник».